le sei? Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Готов, жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. Me? No. Я включила режим изменения. Можешь осматривать, что хочешь.
наверняка мусорщик. Других таких стиляк в Найт-Сити не найдешь. С нашивкой Корпо Электрик. Баба из мусорщиков. Ха, кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейн-дансы. Этот божественный аромат синтакофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Buck & Slice.
заказ недавний. Кофе остыл, явно стоял со вчерашнего дня. А пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс, при том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. У электриков была большая станция в Чартерхилле. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. В любом случае, нам на электростанцию в Чартерхилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Oh, it's over now. Interesting. Just waiting for it to wake up again. Привет. Ладно, поехали туда. Сегодня, как всегда, ясное дело. Ты со мной? Сегодня мы приходим. Да, поехали. Погнали. Корпорации Militech. На первый взгляд, Militech выглядит привлекательно. 500 000 000 работников по всему миру, 100 000 000 000 дохода, устойчивая капитализация на уровне 2 000 000 000,000. Все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. Тесных связей с тоталитарным правительством новых Соединенных Штатов. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. Генеральный директор корпорации Дональд Ланди ранее был главой Пентагона. Элизабет. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. Управляла корпорацией, стала президентом страны. И кто же занял пост после нее? Розалинд Майерс, наша старая знакомая, которая раньше возглавляла Militech. Ничего удивительного, что 60% всех заказов Militech поступает именно от новых Соединенных Штатов. В любом случае, большую часть дохода корпорации составляют тайные государственные субсидии. Эта информация должна обеспокоить любого адекватного инвестора. Militech полностью зависит от политики правительства. Если в Вашингтоне что-то пойдет не так, пиши пропало. Мои рекомендации – продавать и продавать. Продавать не задумываясь. Если вы, друзья, хотите вложить свои средства безопасно, денежная машина Arasaki работает исправно. Двигайтесь к победе и делайте Энди по дороге. До новых встреч в программе, друзья.
Один, мы на месте. Ну что, идем? Погоди. Ты не говорил, зачем она тебе нужна? Вдруг я тебя к ней приведу, а ты сделаешь ей хуже, чем эти подпольные студии. Не лучший момент для этого разговора. Это да. Но когда я спросила в первый раз, ты мне не ответил. Мне надо удостовериться, что ты ничего ей не сделаешь. И все. Мне нужно узнать, кто ее нанял. Кто бы это ни был, мне нужна его помощь. Иначе мне пиздец. Фига себе. История достойная любого наемника. Спасибо, очень приятно. Можем идти. Найди пока вход. Я останусь и проверю под сеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Учти, там будет опасно. И? Если ты хочешь оставить меня здесь, прости, не выйдет. Ладно, я пошел. Другое. 70% настоящего мяса с кровью. Бойня, пробуди свои инстинкты. Рискнуть.
Есть усталость? Скука? Нет сил? Решение есть. Попробуйте все 16 новых. Живой! Решил не играть в скрытность! Держать строй!
can't get through there. That. Huh. Я нашел спуск. Видишь, где я? Ага, буду через минуту. Жди меня. I think this is gonna be all. Have I got enough ammo? I hope so. I'm sure I will. Метионина не хватит. Это что сейчас было? Видит, уходи оттуда. Что? Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держит там. Сделай что-нибудь, Ви! Я тут сейчас сдохну! Будем тянуть.
The green thing is us.